Сходим сейчас, прямо сейчас. Все, завел. Значит, тема сегодняшнего доклада. Мы продолжаем неожиданное наше направление социологическое. А, ты это включено. Социологическое направление продолжаем наше. Значит, тема нашего сегодняшнего доклада — интеллигенция как говно нации. Астабендер и интеллигенция как говно нации. Значит, вообще говоря, часто известное это выражение Ленина по поводу того, чем является интеллигенция, воспринимают как ругательство. А это на самом деле не так. Это не совершенно не ругательство, а это констатация обычного положения дел. На самом деле интеллигенция действительно экскременты нации, ее отброс. В чем здесь проблема? Потому что тоже интеллигенция. Да. В чем здесь проблема? В чем здесь проблема состоит? Проблема состоит в том, что для того, чтобы подготовить половинку квалифицированного инженера на сегодняшний день, вам нужно набрать в ВУЗ технически 1000 студентов и их долго-долго учить. 5-6 лет. У вас таким образом получится пол инженера и почти 1000 интеллигентов. То есть людей, которые оказались несостоятельными в собственной специальности, но которые пытались заниматься чем-то интеллектуальным в течение долгого времени. Точно так же мы хотим подготовить чемпиона мира по шахмату или гроссмейстеров по пловне. Их во всем мире 10 человек. Но на каждого одного надо подготовить 1000 кандидатов в мастера, 100 мастеров спорта и всего лишь одного гроссмейстера. Прикол здесь, ситуация состоит в том, то есть таким образом мы готовим одного гроссмейстера, то есть высококвалифицированного шахматиста, но в придачу к нему мы готовим 1000 интеллигентов, то есть мастеров и кого-либо еще. Должно быть давление снизу, в общем. Ну не давление, мы просто не владеем. Выборка должна быть. Не владеем мы такой технологией. Это, к сожалению, делается это таким образом, что обучаем, а понять, из кого что получится, мы не можем. Трагедия здесь состоит в том, что 100 гроссмейстеров, по выражению Бортника, или 20 гроссмейстеров, по его выражению, никогда не обыграют одного, 100 мастеров спорта никогда не обыграют одного гроссмейстера. Абсолютно непонятно, зачем они нужны с точки зрения, например, шахматного результата. Точно так же еще как-то можно понять, что может заниматься низкоквалифицированный инженер, то есть совершенно инженер. Раньше он мог работать на заводе. Работать на заводе и выполнять какую-то простую вещь. Или, например, быть чертежным инструментом. Ну, уже обучили чертить что-то. Ему дают задание, он что-то там чертит. Проблема с ними состоит в следующем, что они все... Поэтому есть известное выражение, приписываемое Довлатову: «Я не интеллигент, у меня специальность есть». То есть человек, интеллигент, это тот человек, который занимался чем-то очень интеллектуальным, достаточно сложным, но по каким-то причинам оказался нестабильной своей профессии. Он иногда не стыд не так дело, что он плох, как физик, скажем. Но на самом деле, зачем нужен член-корреспондент, как физик, вовне член-корреспондент Академии наук? А только для того, чтобы учить других студентов. Ничего нет, он не сквалифицирован. Все задачи, которые он в состоянии решить, они никому не нужны, никому не интересны. Но его надо кормить, поить, у него есть собственные амбиции. Проблема состоит, что тебе нужно несколько квалифицированных физиков, по сути, а все остальное представляет из себя балласт. Или как бы по ленинскому выражению, говно нации. Это трагическая ситуация, которая сложилась в сфере работы и чистого интеллектуальной деятельности. Вот, к сожалению, так. На сегодняшний день, а может быть кто-то умеет готовить не так, мы, например, в России или в Советском Союзе не умеем готовить иначе специалистов, чем подготавливая на одного специалиста 1000 интеллигентов. Встает тогда следующая проблема перед ними. Что с ними делать, со всеми оставшимися? Ну, наиболее гуманный способ, который не стоит с нашей установки, собрать их в одном месте и выкинуть на них нейтронную бомбу, да? Ну, зачем они их нужны? Расстрелять их, чтобы они не мучились, типа. Но, однако, это считается негуманным. Их надо каким-то образом использовать, а самое главное, их надо сдать какую-то работу. То, что хотят копить, да? Некоторые думают, что институты академические, те многочисленные, которые существовали в Советском Союзе, они являлись чем-то похожим, необходимым для того, чтобы люди наукой занимались. Фиг. Их собирают там исключительно для того, чтобы утилизировать, чтобы они не мешались под ногами. Они получали за некоторую зарплату символическую во многом. И они на эту работу ходили и ничего там по большому счету не делали. Ну, чем-то там таким занимались. Пользы от них по большому счету большинство вузов, не вузов, а самих институтов не было. Аналогичная ситуация и с вузами сегодняшними. Сегодняшние вузы переполнены низкоквалифицированными преподавателями, которые не то что сами не владеют своей специальностью, но они не в состоянии никого ничему научить. Их главное, они финансируются из бюджета. И главная задача состоит
Это в утилизации его интеллигенции. Ее надо же куда-то вот, топить нельзя, поэтому ее собирают в институты и там и делают. Ну, проблема с ними связана, она очень большая, она эта проблема социологическая. Они считают, что им кто-то что-то должен, что они на что-то не способны. Их в этом переубедить в чем-то обратном совершенно нет никакой возможности. Они претендуют на свою долю пирога. Интеллигент претендует на свою долю пирога. Вот в чем дело. Поэтому существует определенного рода кодекс чести интеллигента. Для чего он сделан? Не для интеллигенции совершенно. Интеллигент обязан быть просто потому, по той простой мере нравственным, потому что он над своим долгом пути преодолевает определенного рода навыки, которые вне определенного рода кодекса нравственности, они, значит, предоставляют для всего общества большую опасность. Что это значит? Ну вот, например, боксер, высококвалифицированный боксер, он не имеет права просто так драться, он не может по-настоящему человеку ударить, например, в драке. Почему? Потому что его кулаки, его представляют сильное оружие, опасность он представляет. Любой нормальный человек может подраться, а боксер нет, потому что это чревато летальным исходом. Так и с интеллигентом. Тем тоже отсюда взялась этот кодекс интеллигенции, специальный нравственный, для того, чтобы другим можно, а тебе нельзя. Потому что если тебе будет можно, то значит это будет предоставлять, как и у боксера, большую опасность для всего остального общества. Но это я немножко забежал вперед. Поэтому проблема утилизации интеллигенции, что с ней делать, совершенно стоит очень болезненно. Особенно, когда мы находимся в когнитивном обществе, назначенном, целью которого состоит познавание. Тебе нужно много квалифицированных ученых. Вы не можете произвести много квалифицированных ученых, не проводив на каждого тысячу интеллигентов. Топить их нельзя, их надо как-то утилизировать. Они, утилизация, то есть их кормление, содержание в течение жизни стоит очень больших средств. И самое главное, очень больших нравственных, моральных оценок. Вот обычно считается, что Великую Октябрьскую социалистическую революцию и все прочее совершили рабочие. Есть такая замечательная историк и исследовательница ситуации на севере, госпожа Трошева. Она написала книгу, посвященную революционным процессам, в том числе, но она много чего написала, и все эти работы, в общем-то, классического уровня, Северо, посвященной революционной ситуации на севере. И оказывалось, что базой, единственной движущей силой революции на севере, являлась только чисто так называемая интеллигенция, или что-то близкое к телеграфисты, семинаристы, это, значит, приказчики, которые никогда не могли встать на руки со своим хозяином, купцом. Приказчиками не являются. То есть люди сравнительно образованные. Их, можно сказать, было на тот момент северной интеллигенции. Именно они были, если мы здесь тоже посмотрим на русскую историю, мы помним, что там несколько тысяч человек, чиновников было просто уничтожено, включая царя. Вот, Александра II, который был убит, и охоту вела чисто интеллигенция. Это просто родившаяся интеллигенция, когда появился спрос на инженеров и на людей любого труда, во второй половине веки 19 века, появились народовольцы, они вооружились, они оказались... Они еще не пошли в народ с целью... Да, они пытались народ разведить. Народ они пошли совершенно неудачно. Поэтому они решили новый метод использовать. Да, и интеллигенция. Поэтому интеллигенция, она как бы для любого правящего слоя представляет большую опасность. Почему она представляет большую опасность для любого правящего слоя в первую очередь? А потому что она всегда недовольна нынешним положением дела. Ну всегда. По той простой причине интеллигент это по определению неудачник. Человек, который оказался несостоятельным в своей деятельности и своей профессии. Вот в чем дело. Поэтому он недоволен любым слоем, чем-то еще. У нас радио «Эхо Москвы» — это радио, как бы, рассчитанное на интеллигенцию. Но обратите, что там дело стоит в рекламе. В рекламе там встают всевозможные рекламы лекарств, лечения болезней, чего-либо еще. То есть люди неудовлетворенные там собираются не только собственным положением дела, но еще и собственным здоровьем и всем. И это как бы типичная эта ситуация. И делать с этим очень сложно что-либо еще. Что-либо еще. И кого ты обобщаешь так? Интеллигенция это же все-таки российское чистое явление. Нет. Интеллигенция это не совсем российское явление. Оно российское явление только в том, что интеллигенция считает себя единым классом и полагает, что она способна что-то доктовать. И она считает себя хранительницей русской культуры.
Интеллигенцией мы называем это как бы людей, которые живут интеллектуальным трудом или интеллектуальной деятельностью? Нет, мы не называем это как в моем смысле. Просто вот есть такое еще понятие интеллектуал. Нет, я говорю, что я не интеллигент, у меня специальность есть, известное высказывание. То есть это вот интеллигент, это не человек. То есть вот есть интеллектуалы, которые занимаются умственным трудом и зарабатывают деньги умственным трудом. Да. Как вот ты говоришь, специалисты, да? Да. А есть интеллигенция, которая как бы вот... Которая как бы этому пути шла-шла и не дошла, да. И стала интеллигентом. Да. То есть они как бы в сфере умственной деятельности вроде как-то там причастны, там вроде что-то да. делают, там... Да, они учились с этим. Я могу даже сказать, что это не обязательно, они могут не стать на своей профессии, скажем, из-за своей бездарности. Вот мы же все понимаем, что... У нас громадное количество театральных вузов, которые большое количество актеров. Ну и благодаря сериалам мне многие... Ну ты про проект философов говорил, что ну что, у нас много... Ну у него университеты готовят философов, целые факультеты действительно там. Да, да. А какая... философские факультеты, они расположены таким образом, ну трудно сказать, кто из них стал состоятельным в своей специальности. Это очень интересно. Наличие большого количества философских факультетов в России, в стране лишенной философской культуры. Их изначально готовят быть интеллигентами. Вот в чем пример. Это особенность философского факультета. Он их изначально готовит не специалистов каких-то, он изначально... Ну, часть, конечно, идет преподавателями. Как ну, и тоже. Очень узкая, очень маленькая часть. Я так как раз хочу показать, что, что количество вузов – это способ утилизации интеллигенции. А ни в коем случае не то, что они нужны. Утилизация. Это похоже на то, как раньше монастыри тоже, да, вот как бы они... Тех людей, которые слишком рьяно и слишком серьезно относились к своей вере, да, которые хотели идти до конца, там, занимались там столпничеством и всяким другим, тоже специально создавали места, где бы их можно было утилизировать. А именно монастыри, да, там некие закрытые да. места. Да. Ну, по монастыри я тоже думаю, что, например, в России это часто были просто воины, провевшие жизнь в войнах, а потом их надо было где-то задержать. Вот они уезжали на свободу. В некотором виде отношения такую же социальную функцию, как ты говоришь, утилизирование имеет школа. Ведь в школу ведь тоже надо детей куда-то девать. Людям, во-первых, надо работать, да, детей нельзя дома оставить. Да. А с другой стороны, их надо как-то ввести в социальную жизнь, да, что-то да, с ними надо делать. Вот эти вот да, я полностью... 11 лет, которые дети в школе проводят, полностью это та же самая функция. Я с Лениным согласен, что в первую очередь функция школы средней, она состоит не в том, что кого-то там чему-то учить, а в первую очередь это тюрьма. То есть дети должны быть под присмотром. Ну, тюрьма, это слишком сильно. Пока родители работают. То есть их надо чем-то, чтобы они были заняты. И поэтому, в первую очередь, средний школьный преподаватель, это в первую очередь надзиратель, а потом уже, собственно, учитель. Опять же, школа является способом, каким вот это вот интеллигентов, ну, не интеллигентов, может быть, специалистов, да, учителей можно утилизировать. Сделать их надзирателями в такой более-менее благопристойной... Я просто к чему веду разговор? Я веду разговор к тому, что, в принципе, общество так устроено, что вот человеческие ресурсы надо куда-то вот использовать. И, как ты говоришь, утилизировать. Утилизировать это термин переследования, да? Не, любые ресурсы надо так использовать. Да? Есть ресурсы одни, другие, третьи. Вот, и каждый ресурс общество должно как-то умудриться использовать. Так нет. Понимаешь, и даже если в обществе есть паразиты, они все равно общество используется для блага. Нет. Проблема состоит не в том, что не благо. Вот пчелиным улей, знаешь, вот есть трудно. Да. И вот есть версия, что они просто совершенно паразиты, да, совершенно никакого отношения не имеющие к общему делу улья. А есть версия, что они вроде какую-то функцию позитивную выполняют. Какое они? Самое прямое, это самцы, которые служат для размножения. Тут ну нет, там же этот один какой-нибудь самец служит для размножения, нет, а все остальное. Нет, ну а все остальные пытаются. Все остальные пытаются. Но они же ничем не занимаются больше, там целая огромная толпа, да, они живут за счет других вот, рабочих пчел. Да, конечно. Но в некотором отношении, почему нельзя представить, что вот интеллигенция это тот гумус, да, та почва, на которой... Ты о другом говоришь, но я-то пока в этом не стал раскрывать, что это гумус и почва, на котором человек вырастает. Отчасти это так и происходит, как и у трудней в улье, у них один имеет право самку оплодотворять, скажем, какую-то, а остальные непонятно чем занимаются, остальные стоят в очереди. Здесь точно похожая ситуация. Ты готовишь, у тебя есть какой-нибудь там МИФИ или МФТИ, ты пытаешься приготовить физиков, технологов, техников, физтехников, ты собираешься сделать, тебе это не получается, по большому счету. А может это просто естественный отбор? Вот я помню на втором курсе матанализа Молотков, профессор Молотков, он сказал, что если вот из вас всего курса, на курсе было, наверное, человек там 200, да? Если получится хотя бы два физика хороших, то я буду считать, что я свое преподавание, свою деятельность совершил не зря. Да, вот. Да, так оно дело обстоит. Может быть, это просто естественный отбор. Понимаешь, что вот так вот уж получается, что вот такая вещь, как интеллектуальная деятельность, она является исключительно как бы сложной.
И поэтому в процессе отбора до конца, до целей доходят немногие. Конечно, по разным причинам до целей никто не доходит. Если вдуматься, как бы взять немцев, да, конечно, у них все немного по-другому, потому что все-таки немцы вклад и в науку, и в культуру, и в искусство внесли огромное, да. Тем не менее, подозреваю, что у них такая же проблема есть. У них также много людей, вот взять хотя бы даже этого Гитлера, да, он ведь тоже какой-то там, то ли недоучка, там, кто он там, чем он занимался там. Живописью занимался, еще чем-то он там занимался. Он же фактически просто интеллигент. Да. Вот, типичный интеллигент даже вот в нашем смысле, понимаешь? Что-то где-то прочитал, что-то где-то недопонял, с кем-то там... Это все правильно, ты все это говоришь. Вот этот Ник у нас был такой профессор на форуме из Москвы. Он по этому поводу у себя в какой-то статье написал, что это тот случай, когда много званых, но мало избранных. Да? То есть у тебя есть много званых на пир, но мало избранных. То есть, нет, я еще более могу сказать, что в чем жесткость состоит, что даже от тебя не зависит, ты можешь быть там... Да, и от меня, и не зависит от человека. Да, ты можешь так звезды сложить. Да, да, именно так. Что ты можешь быть очень умным, ты можешь много что предпринимать, какой-то деятельностью заниматься, и даже может много, допустим, трудов написать. Но так может сложиться, что ты просто мимо тебя пройдут, понимаешь? А какой-то другой человек, который, может быть, будет... в каком-то отношении менее умный, менее плодовитый, да, и менее там способный, но он как-то пробьется. Почему это случается? Это уже какие-то вот загадки, понимаешь, звезды, исторические. Звезды так сложились. Ну, ты занимаешься какой-то деятельностью, в этой ситуации у тебя возник порыв. Ты сам начинаешь расти, тобой начинают интересоваться, и что-то получается. Ну, можно брать примеры какие-то там из математики, физики, там, где какие-то выдающиеся личности, да, вот как бы просто люди о них не знают. Да, а можешь как-то с актерами, у тебя изначально был плохой характер, ты на одни пробы не пошел, на вторые пробы не пошел, потом, значит, это в театр не устроился, и, в общем-то, человек неплохо образованный с актерской точки зрения, он превращается в интеллигента, как раньше говорили, поколение дворников и сторожей, устраивается куда-то на работу и со своей деятельностью завязывает профессионально. Хотя он вполне возможно, что те люди, которые рядом с ним стали звездами и стали состоявшимися в собственной профессии, значительно менее это, одарены были изначально чему. Но он стал интеллигентом, они стали актерами. Но с другой стороны, несмотря на это падение, если так можно выразиться, вот есть же другие примеры, например, Освальд Мандельштам, да? Вот. Осип. Овальд, по-моему, Мандельштам, да? Роальд Мандельштам, да? Тоже как бы неизвестная фигура, да, но тем не менее, как-то вот он поднялся, как-то непонятно, кто-то его притащил. Потом, хороший пример это Бах, да, что и какой-то, после того, как Бах умер, он полностью был забыт, то есть все его произведения канули в лету, и его буквально там вытащил из небытия Лист, по-моему, да? Ну, я не знаю, это надо разбираться. Ну, это история, потому что это совсем другая история. Легенды, которая не имеет к моим докладам ничего общего. Это когда тебя современники не оценили, а потом оценили. Не является ли это судьба? Просто ты говоришь об интеллигенции, как будто бы они сами интеллигенты виноваты в том, что вот они становятся такими. Да нет, 95% они виноваты. Или мы все-таки говорим о судьбе, что вот есть некие... И судьба, и сложившееся положение дел. И так далее. Одному-то семью надо было кормить в нужный момент. Того-либо, что-либо. Он 2 года поучился, стал интеллигентом и все. И так. Но 90% они сами... Поэтому стоит острая проблема. Моя-то версия, она стоит, пока я к Остапу Бендеру не перешел. Она-то состоит в том, что вполне возможно, что в некоторых странах, в педагогике что-то еще, или, например, даже в США, отчасти эта проблема решена. Проблема, которая состоит в том, что для того, чтобы сделать одного интеллектуала, тебе надо произвести на свет 1000 никому не нужных интеллигентов, которые будут брюзжать, интересоваться политикой, требовать своего куска социального пирога. Ясно, что они никогда нормально работать не будут, например. Да? Уже по-нормально. Ну, каким-то он же не пойдет ни в токере, ни в кого-либо еще. Он будет вот так паразитировать, что называется, на обществе. В худшем случае. Вот. А в самом худшем случае он и займется еще какой-то революционной деятельностью, будет на высшее руководство, на элиту общества вести охоту, скажем, просто охоту. Я вполне допускаю, что в США, честно, я думаю, что в Финляндии эта проблема решена. То есть там одного человека, который идет по интеллектуальной среде, его, грубо говоря, не бросают. И поэтому система у них работает гораздо более экономно. То есть они доводят до очень хорошего уровня человека с, в общем-то, с небольшим изначально списком. Точнее, у них не то, что они его доводят до хорошего ура, а у них нет вот этого побочного производства интеллигенции массового.
Они, скажем, на одного квалифицированного физика, быть может, они воспроизводят всего 10 интеллигентов. Что-то как-то не слышно, это финофизик. Ну, не физика, не вообще. У них какой-то вещи, но у них считается один из самых высоких коэффициентов интеллектуализации общества сейчас. Ты совсем недавно говорил, что в этих скандинавских странах там это жвачные животные питают. В Сингапуре. Ну, у них была Nokia. Ну, я, может быть, и не прав. Я просто... Ну, представьте себе какое-то идеальное общество, которое навострилось делать так, что, например, на одного квалифицированного инженера нужно произвести не 1000 интеллигентов, а произвести всего 10. Это общество получит громадное преимущество простым. У них количество ресурсов, которые они... Возможно, так не получится, потому что, как ты правильно сказал, много очень обстоятельств, мешающих интеллигенту, не интеллигенту, интеллектуалу, вот этому специалисту состояться. Ну, очень много. Понимаешь? Всякого рода препонов. С другой стороны, если этим людям обеспечить все готово, тогда не получится ли так, что вообще не все бросятся, как вот у нас было в Советском Союзе, да, все хотели поступить обязательно в вуз. Почему? Ну, потому что как бы это сулило преимущество. Сейчас вообще все поступают. Да, это тоже правильно, что преимущество мы тоже никакого не можем из всех собрать. То есть здесь просто некий вот жесткий отбор, да, вот это такой вот отбор, при котором приходится считаться с тем, что вот много людей окажется вот не удел, да, вот окажется, как ты говоришь, интеллигентами, да, вот недоучками такими, да. И они вроде как бы вкусили вот этого, да, вот этой сладости интеллектуальной работы, интеллектуальной жизни. Отказываются от нее не хотят. Да, совершенно не хотят. И претендуют на долю своего пирога. И поэтому любое социальное положение дел их в обществе не устраивает. Им поэтому прийти эта вот ситуация, так называемая ситуация сословной элиты, да? Сословная элита – это как элита, которая по каким-то причинам получила большую часть общественного пирога. Ну, она у кого-то своих проектов делает. Кланы какие-нибудь там общественные, что-либо еще. Социальные группы. Ну, то есть вот такая. Но ты еще заметь, интеллигенты есть не только ради денег. Интеллигенты же хотят прославиться, они хотят славы. В том-то и дело, что не ради денег. Нет, но в любом ради случае... Ради известности, славы. Ради известности, что-либо еще. Ради влияния. Они даже могут какие-то ради идеальных вещей. Да, ради управления, ради желания управлять. Ради мира на земле, ради счастья людей. Партия дай порулить. Элита, дайте погулить, что называется. Партия наша волевой, партия дай погулить. Это так. Но, тем не менее, это люди изначально, раз они начали чем-то заниматься, люди изначально амбициозные, но это амбиции, которых не удовлетворены. Просто ты как бы забываешь, что в более нижнем слое, да, где простые работяги, как бы, ну там, не знаю, там, люди со средним образованием, они ведь тоже распадаются на два класса людей. На те люди, которые действительно работают и живут за счет заработанных денег, и тех людей, которые не работают, ничего не делают, а паразитируют на работающих людях. Это, условно говоря, наркоман, там, всякого рода бездельники, социальные паразиты, типа там... Но механизм этого другой. Механизм другой, я согласен. И, может быть, претензий можно меньше предъявить. Но, тем не менее, мы видим на всех уровнях общества вот это вот расслаивание одних людей активных, да, которые стремятся что-то сделать и пытается достичь цели. И других людей, которые вот в определенный момент просто становятся пассивными, им наплевать на все, и вот они вот становятся вот этими социальными паразитами. Очень важно понимать, что как раз, если бы проблема так раз и стоит, чтобы сделать из интеллигентов социальных паразитов. То есть людей пассивных ничему не стремящихся. В этом состоит проблема. А, ты хочешь сказать, что такие они остаются активными? Они остаются активными, они остаются... Мы же недавно обсуждали, что нету никакой активности. Но активность-то, она очень своеобразная. Они объясняют, в чем активность состоит. Пытаются пробраться к власти. Они считают, что из них должно формироваться, например, господствующее сословие. Они считают, что они должны оказывать влияние на судьбы страны. Они ни в коем случае. Они не занимаются какой-то отвлеченной интеллектуальной деятельностью. А то это им дал бы... А, это уже были бы специалисты, правильно, да? Которые занимались бы... Да лучше бы они хоть бы занимались бы этой деятельностью, ничего не получалось бы. Вот в чем трагедия. Не, ну, получается, в твоем представлении это такой типичный представитель интеллигенции, тот ведущий какой-нибудь этой программы, шоу какого-нибудь, да, там? Я имею в виду интеллектуального шоу. Он его принадлежит там, к этому классу. Гордон какой-нибудь. Да, он принадлежит к этому классу. Это он принадлежит. Ну, там, он как актер, вот так стоявшийся. Соловьев, вот Соловьев, типичный интеллигент, да? Да, ну вот как. Гордон. Ну, похожи все они. Не все похожи, не все из этого слоя. Все не сообща, вот пытаются быть такой же интеллигент. Ты понимаешь, что их настолько много, что ситуацию интеллектуалов, в общем-то, в массе своей, они полностью не определяют. Почему их называют образованцами? Да потому что они в общей части очень плохо образованы. Но тем не менее, определенного рода вещей они вкусили. И отказываться от них не хотят.
А не надо ли так поступить, что если они могут так жить, если они могут себя прокормить, ну пусть живут. С другой стороны, ты говоришь о том, что это опасно, да, дать им свободу такую полную, да, они тут вот все разрушат, да, все изгонят. Так что ли, по-твоему? Да. Вот здесь мы приходим к центральной теме моего доклада, феномену Остапа Бендера. Остап Бендер – это человек, интеллигент, он отличается от всех остальных героев этой 12 стульев и фильмов. Он интеллигент, в отличие от Киса Воробьянина, который не интеллигент при всем своем аристократическом происхождении. Он интеллигент, человек, получивший блестящее по тем временам гимназическое образование. Но он, грубо говоря, определенного рода кодекса интеллигента, который состоит в том, что никуда не стоит вмешиваться, отказывается и превращается в единственного человека, который может превратиться, это в сына лейтенанта Шмидта. Вот сыны, дети лейтенанта Шмидта есть просто мошенники, а есть вот такой интеллигент, который претендует на свою долю собственного пирога. У него амбиции его невелики, но тем не менее они есть. И это как раз представляет, появление таких личностей представляет для общества громадную проблему. Именно интеллигент тем-то и страшен, тем, что он при своем образовании, что-либо еще, получил подобного рода такую подготовку очень часто, во многом. Он умеет писать, он умеет правильно сказать свою мысль. Он очень быстро учится. Манипулирует людьми. Психологический подкон. Да, психологический подкон. Любой, ты можешь тоже нам сказать, кроме Блата, еще что-нибудь. Что ты можешь сказать про интеллигента? Я слушаю. Про интеллигента. Я пока не вижу проблем. Я просто вижу некую констатацию. Просто единственное, что я хотел бы как бы заметить, это вот у нас получается третий семинар, посвященный активизму. Только вот сейчас активизму какому-то мнимому. Да, вот есть некий как бы активизм. Он мнимый, он сам настоящий. Ну какой-то активизм, какой-то, скажем так, неправильный. Вот есть как бы правильный ущербный, активизм. Ущербный. То есть он тоже, можно тоже быть продуктивным, можно тоже творить, и в том, что ты творишь, как бы чувствовать вот напряжение жизни, да, вот напряжение экзистенции. Да. Но тем не менее, как бы вот то, что ты делаешь, это оно идет как бы во вред, да, некому другому целому, например, обществу, народу, там, да. Государству. Так, ну, что, да, типа вредители, что ли? Ну, получается, что типа вредители, особенно с точки зрения сословного государства. То есть если сословное государство, и ты вынужден, у тебя должен же кто-то унитаз ремонтировать где-нибудь золотой. Ты вынужден, грубо говоря, производить инженеров. Нет, получается, вот что интересно, что надо заметить. Вот, допустим, философы, да, вот он философ, окончил университет, допустим, выпустился, да? Но он ничего не знает, у него никакой специальности. Он философии. Человек, да, он философии не знает, Но как бы вот он может заняться, допустим, политикой, да, типа там. Ну, он может много чем заняться. Он сдавал зачетов, он культурно подкован в этом смысле. Он головку чуть-чуть напрягал, то есть он знает, что такое... Да, он получил некое искусство, да? Скорее всего, он выучил кое-как один-два языка иностранных. Кое-как выучил два языка, то есть может с ними, скажем, так. Он занимается-то чем, он зарабатывает-то чем, он себе на жизнь. Вот идеалом было бы его собрать в такое место специальное, да, в головку, типа института академического, чтобы он там своей фигней занимался. Какой фигней? Чем он там занимался? Да чем угодно, он там научился переводить Батая на русский язык. Пусть переводит Батая. Для кого? Да никого, ты ему дай денег, лишь бы переводил, лишь бы занял. Ну, но все равно это нужно делать вообще. Зачем? Ну как, ну... Интеллигенция ради интеллигенции. Да. Нет, цель его состоит, чтобы он сыном лейтенанта Шмидта не стал. Так объясни тогда, в чем состоит это быть сыном лейтенанта Шмидта? В чем тут смысл-то? В чем эта деятельность вредна? Деятельность вредна, потому что, грубо говоря, это происходит попытка народа, которого надо утилизировать по большому счету, просто-напросто уничтожить. Его попытка, он начинает претендовать на свою долю пирога. В первую очередь он разрушает социальную структуру общества, социальную. Ну, вот представьте, устоявшаяся элита. У тебя есть аристократия, и здесь есть остальной народ, который в ней работает. Она может быть партийная элита, еще какая-то другая. Откуда элита сделается? Ну, исторически так сложилось, что часть народа, часть людей захватывает большую часть общественного пирога. Каким образом? Ну, как угодно. Сквозь залоговые аукционы, сквозь участие... Ну, ты хочешь сказать, что человек жил в деревне, и вдруг стал элитой? Нет. Ну, откуда он попал в элиту? Ну, пошел учиться. Родился в той семье, в которой нужно. Ну, в той семье крестьянина родился? Нет, он родился в семье автора, скажем, гимна Советского Союза. Ну, откуда взялся автор гимна Советского Союза? Ну, когда там произошла перетурбация, неважно, как она появилась, как элита, но элита в обществе появляется. Ну, что такое элита? Ты считаешь, что... Чем элита отличается от интеллигенции? Чем элита? Потому что элита является владельцем фабрик, заводов и пароходов. И любую осуществляет власть. То есть у элиты есть материальное подтверждение своей власти. Материальное, интеллектуальное, контроль над,
над этими средствами массовой информации, материальный контроль, контроль. То есть у интеллигенции ничего этого нет? У интеллигенции ничего нет. Он просто пришел, мальчик из деревни, способный, он учится на инженера. Стать инженером ему не удалось. То есть он стал инженером, получил диплом, он не квалифицирован. Какой же он вред? Но если он хочет стать, допустим, завладеть какими-то, не знаю, там, благами и богатствами, то есть почему это является вредом-то? Но это его право. Потому что он разрушает социальную структуру общества. Вот почему это подожди, его право? Ты рассуждаешь просто как грабитель с большой дорогой. Я не грабитель, как рассуждаю. Я рассуждаю следующим образом. В счете получается, что общество должно это замереть в неком состоянии, чтобы сверху не дал внизу на руку. А социальный лифт уже все, что мы отказываем людям в социальном лифте? Я тебе хочу сказать, что с точки зрения элиты, я же сейчас постоюсь, но с точки зрения элиты, не может твоя позиция, с точки зрения, как я являюсь интеллигентом, то есть говном нации, да? То есть мне твоя позиция, она тоже близка. Нет, как получается, в некотором смысле, если у меня есть что-то, то все остальные для меня враги, потому что они хотят у меня это что-то отобрать. Ну, отчасти, да. Это не важно, интеллигенция, это там элита, не элита, вообще не имеет никакого отношения. Да нет, ты почему-то. Ты разделил. Ты пойми, проблема состоит, что. Тот же крестьянин, у которого есть лошадь, так сказать, он не хочет, чтобы у другого крестьянина была лошадь, потому что тогда он будет от него независим. Игорь, мне кажется, два вопроса смешал, что как бы есть действительно вопрос, связанный с тем, что человек оказался, ну, человек, который занимался учился где-то, да, и занимался некой интеллектуальной деятельностью, в итоге не доучился, как бы и не завершился, да, как некий, да, интеллектуал, раз, как некий специалист, да, да. Это раз. Да, это раз. И второе, что вот некие люди, которые применяют эти свои интеллектуальные способности для того, чтобы там кого-то обмануть, кого-то там обжулить. Ну не обязательно. Почему? Ну, для того, чтобы взорвать социальную структуру общества. Для того, чтобы взорвать социальную структуру общества. Между вот этими двумя ситуациями нет прямой связи. С одной стороны, действительно, есть вот эти интеллигенты, а с другой стороны, есть эти вот люди. Да нет. Эти люди, которые используют свой ум. Связь есть, как раз связь есть. То есть у тебя... Они могут... А они не обязательно интеллигентами являются. Они могут быть и из простонародья, но есть же... Да природа. Морозов, Сава Морозов, пожалуйста. Откуда он, да, интеллигент? Это-то не страшно. Это-то не страшно. Но у тебя, понимаешь, у тебя проблема, что сейчас стоит массовый класс. Массовый класс образуется людей, которые при плохом стечении обстоятельств их утилизировать нельзя. Начинают претендовать на значительную долю власти и социального пирога. Они претендуют просто потому, что они существуют. Если они существуют, надо жить, да, надо работать, надо кормить своих детей, учить их. Это вообще редкие гаденыши. Например, они думают, что человек не потому, что он является хозяином собственности, не потому, что он приватизировал, допустим, на рынке, имеет право на власть, а потому, что он умный. Это, по-моему, ужасно. Еще раз не понял. Это интеллигент, это тот человек, который претендует на власть, скажем, и на долю своего пирога, не потому что он удачно приватизировал, скажем, Норильский никель или что-либо еще, а потому что он умный. Это, по-моему, это безобразие. Что это такое, если человек считает себя умным, и он действительно умный, и претендует? Он не претендует, он просто пытается реализовать свои способности. Да, а как же быть социальной структурой общества? Какой социальной? Социальная структура общества не есть изначально построенная, она все время меняется. Сегодня одни люди управляют страной, завтра другие будут управлять страной. Откуда они берутся? Давайте не будем скатываться в базарный какой-то разговор, просто попытаемся зафиксировать. Значит, есть люди, которые долго обучались, да, и как бы натренировали, скажем так, свой ум, да, но они не могут найти применение его по специальности, да, потому что там либо такие специалисты не нужны, либо этот специалист просто не годен ни к чему. Да? Да. И они как бы вот этот, он-то натренирован, да, он же работает, как бы он как бы вот находит некое новое применение. Да? В частности, это только в частности. А им находят применение в том, чтобы завладеть чужой собственностью, в частности. Или разрушить какое-то там социальное целое, там, да. Или там искать какую-то там социальную справедливость, или что-то в этом роде, как ты говоришь, искать какие-то там, да, долю пирога какого-то социального. Да. С этим нельзя поспорить. Претендует на управление обществом. Но только просто ты как бы забываешь, что все люди от природы обладают умом. И все люди, в принципе, способны на то, чтобы даже не обучаясь, как бы направить свой ум для каких-то там приземленных целей. Да, направить они его могут, но просто для интеллигенции, к сожалению, она, во-первых, интеллигент при всем при этом работать не будет как таковой. Он всерьез не будет, он работает этим. Так а чем он занимается, интеллигент? Раньше так про еврейство говорили всегда, что вот евреи никогда не будут рабочим. Да, евреи всегда будут каким-нибудь управленцем, там, где-то там, в какой-нибудь, где-нибудь там, в начальниках будет всегда, что-нибудь. Так а что, да, поэтому управленцы не все, а все никак раз были интеллигентными. Поэтому российская управленцы не является необходимостью, что ли, все само делается. Она очень тесно связана, если обратить внимание.
да? Да, это да. Что фактически у половины интеллигенции, у него там у кого одна восьмая, у кого одна шестнадцатая, и резко крови. По понятной причине. Ну, если вспомнить залоговые аукционы и приватизацию, то как-то так получилось, что собственность в массе своей досталась, опять же, вот, представителям этой национальности. Ну да, слегка евреям, да. Да, слегка евреям. Ну, не все, да, но слегка. Скажем, мы не будем на этом заострять вопрос, как это не наше дело. Просто я согласен с тем, на самом деле, что действительно ум, это острое оружие, он может быть направлен на благое дело, может быть направлен на дело разрушения, там, на дело обмана и всего чего угодно. И в этом интеллигенция ближе всего стоит, да, потому что они, собственно, тренируют свой ум. Да. Поэтому с точки зрения социального эффекта встает очень интересный вопрос. Как заставить интеллигенцию, да, отказаться от своей доли социального пирога? Вот от этой своей активности, экспансии, митингов, протестных настроений, чего-либо еще. Она же предоставляет со своей тренировкой, представляет определенную роду опасности любому правящему классу. Как это сделать? А тут факт еще состоит в том, что... Один из самых распространенных вещей – это навостриться, сделать педагогику таким образом, что ты готовишь, скажем, в год 100 квалифицированных инженеров, но это будет уже квалифицированный инженер, 10 физиков, и при них практически не готовишь интеллигенции. Так мы же говорили о том, что это не только зависит от, как бы, преподавателей как ты определишь, и условий. Как-то тысяч детей, кто будет... От много чего зависит, понимаешь? Да, вот это сложно. Как сделать? Взять мальчика и подготовить из него квалифицированного физика с самого начала. Невозможно. Ну вот... Игорь, ну ты сам подумай, что многие из нас поступали в ВУЗ, да, как бы, не понимая, надо им это вот, будут ли они заниматься тем в будущем, да, так, чему учиться или не будут. Многие же так поступали. Многие так просто шли, просто потому что надо было куда-то идти. Потому что вот после 10 класса, там после 11 класса сейчас, да, люди не понимают, как дальше жить. Потому что у нас вот нет какой-то вот, знаешь, какой-то идеи, да, для каждого человека отдельно, как нужно свою жизнь устроить. Может быть, со временем она появится, да, что надо, допустим, закончить школу, там, устроиться на работу или что надо сделать. Угу. Это другой вопрос. Ну, у тебя, то есть, есть первый способ. Это пытаться готовить специалиста таким образом, чтобы на него приходилось мало интеллигентов на каждого подготовленного специалиста, как можно меньше. А второй способ, это надо каким-то образом попытаться эту интеллигенцию утилизовать и занять общественным деятелем. Ну, ты прям как реакционер рассуждаешь. То есть, конечно, можно их собирать, грузить в теплушки и вести свой мозг. Ты же сказал, что у нас слишком много высших учреждений, давайте готовить ПТУ рабочих. Но дело не в этом, Игорь. Получается же так, что вот те люди, которые сейчас стоят у власти, которые сейчас владеют собственностью. То есть надо просто оставить им эту собственность, пусть они ей владеют, даже если по каким-то там своим соображениям мы считаем, что они завладели этой собственностью несправедливо. То есть мы не имеем права ни бастовать, ни как бы... Я же веселюсь, что-то. Я понимаю. Мы не имеем права это определять свои претензии какие-то, да, вот, не имеем права. Вот понимаешь, вот у тебя какая-то странная... логика здесь. Это все понятно про то, что ум можно направить в одну сторону или в другую. Я с этим спорить не буду. Но странная у тебя логика в каком отношении? Что у тебя почему-то цель общества состоит в том, чтобы вот ничего не изменялось. Вот есть некая структура, и она замерла, да, вот заледенела, и чтобы ничего ни в коем случае не изменялось. Да, проблема с... Ведь общество это тоже динамическая система. Да, это понятно. Проблема с тем, что, скорее всего, интеллигент был собственно интеллигентом, ничего позитивного в нее принести-то и не может. Как заставить общество развиваться? Подождите, мы же говорили о том, что я начинал с того, что может быть все-таки интеллигенция это та почва, на основе которой, в принципе... Ну навоз, я и говорю. Нет, навоз это понятно. Интеллигенция, навоз. Ну, ты хочешь из этого навоза можно поднимать все-таки ростки вот этих интеллектуалов-то. Почему? Откуда возьмутся интеллектуалы высокого уровня, если не будет вот этого вот гумуса, да, вот этого интеллигента среднего уровня? Да. То есть именно тебе нужен интеллектуал, и ты вынужден плодить этим. Вынужден, и это неизбежность, мы говорили. В этом, в частности, есть просто некий даже рок. Ну, да? Вот, ну понятно. Не всегда удается людям. Ну вот у нас есть замечательная тема, моя любимая в Петербурге, которая была. Пытались небоскреб построить на Охте, да? Интеллигенция восстала. Интеллигенция восстала против. Чего она позитивно? Ничего интеллигенция не восстала. Я думаю, что это все сказки. Да нет, это не сказки. Определенные круги пошли против. Это политика. Чистой воды политика. Никакого тут массового, так сказать, народного, там, не знаю, возмущения не было на самом деле. Но массового народного не было, было массовое интеллигентское возмущение. Да не было никакого массового интеллигенции. 20 человек интеллигентов, так сказать,
закричали, потому что им денег не дали. Да нет. На самом деле, Игорь, я просто сейчас хочу замечание сделать уже более развернутое. Оно состоит в следующем. Просто все зависит от того, как мы ставим, какую цель мы ставим перед человеком. На самом деле, гуманизм ставит перед человеком следующую цель, что человек должен состояться, причем состояться в некотором смысле гармонично. То есть он, все в человеке, как говорил писатель Чехов, да, как все должно быть прекрасно, да, там и одежда, там и душа, там. Угу. То есть в каком-то отношении человек должен быть гармоничным целым, и поэтому, когда на этом пути гармоничного развития человека возникает какая-то специализация, то возникает тут некое противоречие между тем, что человек-то хочет быть гармоничным целым и чем-то целым, таким единым, понимаешь? А ему предлагают сделаться каким-то подъемщиком, да, вот только он занимался, например, одним, там, считать фейменскую диаграмму, как тебе предлагалось. Почему ты ушел из этого института ядерной физики? Ляфа, почему ушел? Потому что ты почему-то посчитал, что вот всю жизнь считать диаграммы Фейнмана тебе не интересно. Хотя тебе светила, ну, достаточно понятная карьера и перспектива будущего, правильно? Ну да, может быть, не без сложности, но тем не менее. Правильно? Ведь это дело ведь так обстоит. Просто здесь есть некое противоречие, я просто со своей стороны говорю, что между тем, что есть некое требование гуманизма, состоящее в том, что человек должен расти ввысь, быть чем-то как бы большим, чем какое-то отдельное свойство. Больше, чем просто физиком, больше, чем просто там математиком, шахматистом и так далее. Он должен быть разносторонней личностью. И тем, что нас вписывают, да, втискивают в некое как бы вот прокрустово ложе. И говорят, что вот нам нужны специалисты. Общество, благодаря разделению труда, требует от людей вот этой некой машинальности, да, вот этого некого это состояния односторонности, да, функциональности. Да? И это... Многие воспринимают. Люди, которые достигают определенного уровня, они это просто воспринимают как данность. Нет, как несправедливость. И поэтому они отказываются, может быть. Людей. Я думал, это про элиту. Элита же воспринимает. Я имею в виду, что элита это элиты. Про элиту потом поговорим. Я просто имею в виду, что почему интеллигенты, возможно, перестают желать быть специалистами. То есть они становятся на этот путь, но в конце концов понимают, что этот путь заводит никуда. Потому что однобокий это узкоспециализированный специалист. Подобный философ. Это очень неприемлемо для интеллигента. Нет, выглядит это просто очень непритязательно, понимаешь? Ну, некрасиво он выглядит. Он не умеет, он не знает, допустим, поэзии, он это не знает музыки. Он нет, там, много пойми, чего не знает. Ты пойми, что этот что человек-то этот, который, например, квалифицированный физик, он и поэзию может знать, и музыку может знать. Еще раз человек. Это квалифицированный, это не интеллигент. Еще раз говорю, подожди. Вопрос состоит. Интеллигент он не состоит своей профессии. Вот нет, послушай. Обычно он и поэзии не знает, и музыки не так далее. Вот смотри, берем. Я не идеализирую. Я говорю, вот берем античные времена, да, вот там вот был идеал некой гармоничной личности. Да. Там как раз философ. Звучало не, когда говорили про философа, это звание звучало совсем иначе, чем то, что мы сейчас вкладываем в это понятие. Да, там. Философ назывался в принципе человек, занимающийся умственным трудом. В принципе. И он мог заниматься математикой, физикой, и занимался обязательно и всеми, и там этикой занимался, философией, метафизикой, онтологией. Всем подряд он занимался. Риторикой занимался. То есть, да, философ это был некий разносторонний интеллектуал, который занимался всесторонней это, обширной деятельностью. Потом постепенно, в силу того, что эта научная деятельность начала расширяться, люди начали специализироваться. Выделились математики отдельно, физики отдельно выделились, там, метафизики отдельно выделились там, и так далее. И эта специализация это существует. И по сей день возникает вот ответвление, да, по сей день возникают какие-то новые отрасли знаний, и эти отрасли знания отделяются и как бы становятся некими специализированными. Возможно, на самом деле та ситуация, которую ты описываешь, не является ситуацией какой-то, значит, случайной, а это на самом деле поступательный процесс того, что мы называем развитием общества. Так уж получается. Не так получается, что мы готовим людей к одному, а они становятся другими. Просто ты хочешь сказать очень простую вещь, что образование и культурное достижение, они как бы не являются инструментом, а они являются самоценным.
Могут... Нет, 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 послушай, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что целью для человека, для отдельного человека, не для общества, а для отдельного человека является гармоничное развитие. Ну понятно, что у тебя... Ну, как... В зависимости от того, что мы понимаем, что в чем состоит как бы цель человека, мы понимаем на самом деле... Умным и образованным нужно быть по тем же причинам, по которым надо быть здоровым. Да, именно так. Да, именно из-за этого возникает вот такой казус, да, что готовят узких специалистов, а получаются интеллигенты. Возможно, здесь как бы просто вот каждый раз возникает это гуманистическое. Спортсмена подготовил здорового человека нечаянно. И, между прочим, когда готовят спортсменов... А ты хотел готовить глубоко больного, то есть спортсмена профессионального, а ты, он рано бросил... Но ведь ты же с этого уже начинал, что когда мы готовим шахматиста какой-нибудь выдающегося, гроссмейстер, да, мы готовим сначала очень много там... Перворазрядник, да, не было никакой функциональности. Дело не в этом. Дело состоит в том, что они находятся в другой деятельности. Да, они попытались в этой деятельности продвинуться. Они поняли, что они не хотят только этим заниматься. Потому что у них нет такой вот страсти, которая бы все остальные их влечения, да, и способности подавила бы. Вот, допустим, возможно, у кого-то из нас есть страсть к философии. Да, и все остальные, как бы... желание и влечение, он может подавить, да, ради этой страсти. Допустим, этот философ может двигаться, и может быть, когда-нибудь станет там выдающимся философом. А может и станет, неизвестно. Ну а есть люди, которые вот, занимаются философией, но их это не устраивает, они хотят еще, может быть, чем-то еще другим заняться. Понимаешь, они хотят и музыкой, может быть, заняться, а может, еще математикой, физикой хотят заняться, понимаешь? Может, они хотят и политикой заняться. Много чем они хотят заняться. Человек, он существо разностороннее, у него есть свобода. Почему он обязан быть узким специалистом? Почему? Вот его втискивают в какой-то прокрустово ложе. О, причем это же сверху спускается. Вот нам нужны там слесаря. А почему он должен быть слесарем? У него есть свобода или нет? Он не хочет, да. Он не хочет быть слесарем. Другое дело, что общество должно придумать такие рычаги, чтобы вот как-то вот это регулировать процессы, да, вот этого свободного брожения, да, когда люди мигрируют из одной отрасли в другую, из одной специальности в другую. Но это уже проблема общества, да, это не проблема отдельного человека. Мы понимаем, что для отдельного человека очень важно быть гармоничным, очень важно быть развитым, да, всесторонним, по возможности всесторонним. И этот идеал, на самом деле, он вот это, с незапамятных времен, с античных времен-то нам двигается, да. Потому что, вот, можно взять такие примеры эпохальные, вот Пушкин, да, говорят, что он там не мог квадратное уравнение решить, да, там, простейшие элементарные математические действия совершить. То есть этот человек был, ну вот он был выдающийся поэт. Но во многих других отношениях он просто был профан. Интеллигент или не интеллигент, кстати? Нет, конечно, не был. Он был профан. Но ты что предлагаешь? Ты считаешь, что идеал человека – это узкоспециализированный специалист? Я начинаю интеллигенцию произвести тогда, когда у тебя массовое производство работников умственного труда. Еще раз говорю, ты хочешь человека, и это уже не в первый раз я тебе слышу, сделать винтиком. У тебя целым и самым важным и целью является некое общество, да, у которого есть какие-то потребности. У этого общества, как целого, есть потребности специалистов. Ему не нужны это одаренные какие-то, отделенные от общества, да, вот эти вот, это воплощенные укоризмы, он стоял перед отчизной, либерал-идеалист. Да. Вот ему такие вот воплощенные укоризмы ему не нужны. Ему нужны вот винтики. Совершенно не нужны. Общество представляет свой механизм, ему нужны винтики. Я тут этих... Правильно. А если это только... Они еще револьверы брали, эти самые либералы-идеалисты-то. Что брали? Револьвер. Это что значит? Револьвер – это пистолет. Ну, я понимаю. Так что они, значит, брали? Ну, и начинали отстреливать тех, кто им мешал. А, кто им не нравится, да. Я считаю, что революционер – это тоже узкоспециализированная вещь, потому что разносторонняя личность не будет заниматься только революцией. Но они как Морозов много чем занимались. Нет, они не как Морозов много чем занимались, это были узкие люди, да, вот можно посчитать о них, они занимались конкретно, они были профессиональными революционерами, так себе и называли. Они вот сидели в этих несчастных ссылках там, занимались тем, что там налаживали связи, читали работы, готовились к будущей революционной борьбе. То есть это своего рода вот эти вот узкие специалисты, опять же. Понимаешь? Все-таки. Просто их наплодилось много, и как-то что-то должно было произойти, чтобы вот как бы утилизировать этих людей. И вот у нас случилась революция. На самом деле это просто накопилось, вот некая масса критическая. А я-то говорю о другом, я говорю о том, что цель человека противоречит цели общества. Общество хочет сделать из людей винтиков. Общество хочет из людей сделать винтиков.
А каждый отдельный человек хочет жить разносторонней жизнью, он хочет вкусить жизни своей в полноте, он не хочет увлекаться только какой-то одной области. Он хочет, допустим, завести семью, познать семейную часть, он хочет в науке продвинуться, там, в политике продвинуться, может быть, там, и стать знаменитым человеком. Да мало ли что он может человек придумать, да, может, хобби какое-то завести, еще что-то. И человека это растет много что. И человек может дать этому всему рост. Он может сказать, а пусть растет, почему нет? Даже если это общество по какому-то, с какому-то или государству лучше говорить, в каком-то смысле невыгодно, это проблема общества и государства, а не человека. Человек свободен, он имеет право двигаться туда, куда ему хочется, куда ему ветер несет. Вот в чем проблема. Тут проблема более фундаментальная. Тут проблема противоречия между тем, что требует, ну или не требует, а провозглашает гуманизм, да, именно гармоничное развитие личности, и то, что на самом деле в чем нуждается общество. Общество нуждается в винтиках. Да, общество это некий вот механизм такой, как, в котором человек это есть некий такой винтик. Он как ресурс, да, вот общество потребляет людей как ресурсы. Вот да. Нужны слесаря, нужны там физики, специалисты, там, нужны там, не знаю, там, математики, там, шахматисты нужны, там, спортсмены, наверное. Ты, то есть, а ты предлагаешь интеллигенты готовить целенаправленно? Нет, я не предлагаю это делать. Я просто предлагаю пустить это на самотек. Сейчас потому что это противоречие неразрешимо. Интеллигент это побочный продукт образования. Ну это с точки зрения слова побочный и вообще негативизм у тебя, то есть с точки зрения целого, с точки зрения общества. Да. А ведь с точки, если взять себе вопрос снизу. Отсюда и понятие чужого этого лишнего человека, оно на самом деле лишнее ничего. А если взять с точки зрения человека и гармоничного развития человека, то ведь это... Если бы он с точки зрения гармоничного развития человека, он бы чем-нибудь другим занимался бы. А тебе не кажется, что православие на самом деле тоже требует от человека вот этого гармоничного развития? Что возможно то, что интеллигент это возможно просто светский человек, который вот живет в православной культуре, понимаешь? Нет, не думаю. Ну как так? Что означает спасение? Спасение в некотором смысле означает, что вся вот эта деятельность внутри общества, она несущественна. Быть винтиком несущественно. Это тебе не даст никакого спасения. В этом смысле. А будь цельной личностью. Тогда в этом. Нет, почему цельной личностью? Спасение это конкретная процедура, Боже. Это понятно, что конкретное. Сходил по причастию, вот ты и спас. Но тем не менее, как бы, под спасением понимается, что у тебя должно быть нечто ценное, что нужно было бы спасать. Если ты обыкновенный винтик, какой... с этим я согласен. Но интеллигент это не тот человек, который собирается спастись, что называется. Это понятно. А он тот человек, который как раз собирается... Если я понял, если бы ты сказал, а общество, как общество должно готовить... У тебя есть высшая цель, вот это уже никто у нас сейчас в стране не понимает, что... Но ты понимаешь, что у тебя есть быть здоровым человеком, это у тебя как бы некая внешняя цель. Не здоровый человек нужен не для того, чтобы он много работал на общество, да? Здоровье, оно самоценно. Потому что есть два рассмотрения. Я же повторяю каждый раз. Рассмотрение с позиции общества. С позиции общества или с позиции элита. Я должен быть здоровое общество, чтобы было кому служить в армии, скажем. Или чтобы было кому... Но опять же, ты подходишь к человеку как к некому средству. Да, это как к средству. А давай к цели подойдем. А если к цели, то быть здоровым само по себе самоценно. Правильно. И точно так же быть гармонично развитым. Умным тоже само по себе. Правильно. Об этом речь идет. Поэтому высшее образование, может быть, в такой парадигме, оно является самоценным. Ты вспомни, как вот, что в этике Канта прописано, что то человека есть, надо брать не как средство, а как цель. То есть у тебя получается таким образом, что высшее образование тебе нужно не для того, чтобы стать специалистом каким-то, а для того, чтобы быть просто умным. Да, допустим. Именно так. Вот это так. То есть тебя цель, то есть у тебя государство и элиты подчинены этому требованию, а не ты подчинен элитам и государству. Ну, государство и элиты живут в некой стихии, да, которая вот ему... Вот есть некие ресурсы, вот они возникают стихийно. К сожалению, это не так. Интеллигент-то как раз, это было бы интересно над этим вопросом подумать, чем интеллигент отличается, вот если мы представим себе такого умного человека, как такового, которого ты специально готовишь, да, умного... Разностороннюю личность какую-то. Культурного, образованного такого человека. А ты вспомни, в советское время вот ходили такие... Это новый человек. Мечты такие ходили, да, вырастить нового человека, разностороннего, развитого. Это вот мечта была советского общества. Да. Она была самоцельна, но у тебя это один путь. А теперь у тебя есть другой путь, когда у тебя отчасти такой человек немножко образуется в качестве экскрементов или говна этого производства. Это я все понимаю, что я это все понимаю. Так вот, очень интересно понять, чем вот этот человек, который идеальный, которого ты опять описываешь, что это за коммунистическим обществом, отличается от этого. Античное общество. Не античное, но античное это сам по себе идеал, не существовавший в мире. Это чем отличается от интеллигента? Чем отличается от интеллигента?
Клиент это завистливое, ущербное существо. Ну и что он еще? Отличается ли это общество чем-то? Ну, то есть ты хочешь сказать, что существует три, получается, вида человека. Существуют люди узкоспециализированные, они полезны для общества, существуют люди гармонично развитые. Которые совершенно бесполезны, они само себя как здоровые. Да, просто как здоровые. Здоровые, да? Не существуют как бы умные просто, но вот они вредители, так что ли? Да, они типа вредители. Как паразиты. Экскременты, да, они экскременты производства. У тебя работает конвейер, бац, потом на них отходы, бац, на некоторых ставят АТК, потому что у тебя гроссмейстер получился, молодец. Понимаешь, я экономию будешь. А ты, хопа, кандидат в мастера, всю жизнь этим занимался. Кандидат в мастера, типа того, что что с тобой делать? Мне иногда кажется, Игорь, что ты как-то теряешь так, некую гуманистическую позицию, и я не знаю, может, у тебя никогда ее и не было. Ты как-то к человеку подходишь действительно как к ресурсу. Это как-то немного страшно, понимаешь? Все-таки мы живем на этой земле короткую жизнь. Понимаешь, я не хочу за ним свою жизнь тратить на то, чтобы кому-то там, как ты говоришь, элитам там, или там какому-то государству и обществу бы жилось как-то хорошо. России, да. Россия. Вот ради вот этих глупых идей, да, жить я не хочу. Может быть, я готов там часть своей жизни какой-то выделить, да, вот ради патриотизма, готов. Да. Ну не готов, я на это жизнь положить, не готов. А как же это, жизнь состоит из 1000 котлет, если у нее нет выстрела? Жизнь состоит из 1000 съеденных котлет, если нет выстрела. Потому что я хочу выстрелить по-другому. Я хочу найти то поприще, которое, вот, в котором я могу выразиться в своей полноте. Допустим, это поприще будет философией, может быть. Может быть, это на пути к философии я найду самого себя, там еще как-то обрету. Понимаешь, может быть, это будет на путях к религии, может, еще на каких-то других путях. Ведомо только мне. Я обладаю властью на своих словах. Хочется сказать, я не хочу быть... Словами героя Достоевского, друг мой, раньше вас просто любил, а теперь еще и уважаю. Все, можно заключать. Хотя ты не дал мне